Более 10 лет по инициативе ЮНЕСКО в России ежегодно отмечается Международный день школьных библиотек. Празднование уже имеет свои традиции, в их числе проведение мероприятий, посвященных популяризации книги. Читают родители, читает ребенок. Это уже давно хорошо известно библиотекарям. В рамках проекта «Чтение – дело семейное» прилагаются большие усилия по возрождению и стимулированию читательского интереса. Чтение в кругу семьи улучшает взаимопонимание и укрепляет семейные отношения. В 19-й школе хутора Коржевского Славянского района открылась комната «Читайка», очень удобная для семейного чтения и одна из первых в Краснодарском крае. Сюда на районное методическое объединение были приглашены специалисты школьных библиотек. Они получили полезную информацию о новых формах работы с читателями, обменялись опытом. Для всех собравшихся был дан концерт, в ходе которого прозвучали стихи, посвященные волшебному миру книг. Стихи с утра, в обед рассказ, а на ночь чудо-сказка. И наполнялся каждый раз наш дом теплом и лаской. Я на коленках умел, сидеть могла часами. За это чтение вдвоем признательная маме. Были и хорошие песни, которые никого не оставили равнодушными. Чтение – дело не только семейное, но и очень важное для общества, поскольку оно во многом определяет уровень культуры, открывает новое для всех поколений. И чтобы сформировать потребность в чтении с юных лет и закрепить это на всю жизнь, всем, кто в этом заинтересован, нужно хорошо потрудиться. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».